14-летние подростки стали на полшага ближе ко взрослой жизни. В музейном комплексе «Артишок» их собрал волнительный повод – вручение самых важных документов в их жизни – паспортов. Документы и сувениры школьникам вручает председатель Совета депутатов Александр Дринов. Народный избранник отметил, что теперь у детей появляются не только новые права и обязанности, но и возрастает ответственность за свои поступки. И пожелал юным химчанам быть еще ответственнее, особенно в учебе. Самое главное для них – это сейчас успешно закончить школу, далее определиться по жизни с будущей профессией. И, конечно, мы рассчитываем на то, что они, получив высшее образование или какое-то специальное образование, будут активно жить, работать в городском округе Химки. Для каждого из подростков получение паспорта – большое событие, ведь оно знаменует начало самостоятельной жизни. Я очень рада тому, что я получу паспорт, что я уже могу, так скажем, пойти на какие-то заработки, начать работать, помогать маме также. В общем, у меня очень радостные эмоции, их просто передать. Теперь вся ответственность будет лежать на мне, и это очень важный день в моей жизни. Традиция вручения паспортов в торжественной обстановке в Химках зародилась 2 года назад, благодаря проекту губернатора «Чуткая власть».